Со сцены звучали как всем хорошо известные песни военных лет, так и современные композиции. Впрочем, подобраны они были так, что органично вплетались в канву праздничного концерта, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На удивление много женщин, убеленных сединами, украшенных боевыми орденами. Таких и не назовешь слабым полом. В моем возрасте я все эти песни знала. Вот попурри это прямо такое, знаете, вот вы этого не знаете, а я-то помню это все. И про танкистов, причем, понимаете, что все роды войск, от всех, и от летчиков, и от танкистов, такое было. И все это довоенное было. Иван Егоров воевал на Дальнем Востоке. После войны окончил музыкальное училище. Был одним из учеников знаменитой оперной дивы Валерии Барсовой. Для него этот концерт праздничный вдвойне. Песни его военной юности сегодня звучат в исполнении молодых воинов ансамбля пограничных войск Калининградской области. То, что они поют, здорово. Нравилось. С огоньком хорошо. Солистка, которая русская песня. Просто замечательно. В зале ветераны и вдовы тех, кто не дожил до юбилея победы. С каждым годом их становится все меньше, и тем больше должна быть забота о них. Мы ремонтируем квартиры, предоставляем путевки в санаторно-курортные учреждения. И сегодня мы решили вот таким образом, так сказать, немножко разнообразить жизнь наших вдов. К сожалению, порядка 50 человек не смогли сегодня явиться на этот концерт. После праздничного концерта ветеранам вручили памятные подарки от районной администрации. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.